Поставили балку новую, вот она видна, она второй швеллер. Сейчас вот хотим попробовать убрать подпорку. Посмотрим, что будет. Потихонечку будем убирать. Так. Потихоньку стравливаю. Пошло вниз. Осела? Ну, вроде как бы. Не до конца еще идет. Пусть идет. Вроде все. Как бы встало. Там как раз, ну, сейчас я наблюдаю. Но я не туда ведь еще. Но тут уже ничего не происходит. Идет еще. А, ну может быть под это. Все, ничего не делай больше. Она уже под своим весом просто. Потому что мы же сейчас... Она на домкрат просто давит своим весом уже, и домкрат складывается. Мы же сейчас еще ее приподнимать будем. Что, да, поднять немножко? Ну, фанерку будем подкладывать. И щелка ушла соседская практически. Так, я чуть-чуть вперед поставил, и все. То сейчас балка основную несущую нагрузку держит. Ну, катайте подальше, чтобы видно было, ворота все назад отдали с ней. Выровнялись вот те две плиты. Ну, ровненько сейчас вроде лежит. Ну вот смотри, отсюда кажется, как будто не ровно. Отпусти. Вот видно, что ворота просевшие были. Сейчас вроде вот она балка ровная. Да. Ну все.